Дамы и господа, Крамоловская организация BFC представляет трехрундовый бой в легчайшей весовой категории. И встречайте его участников. Бойцу в синей бутылоклетке 24 года. Ее профессиональный рекорд 2 боя, в котором она одержала 3 победы. Ее рост 162 сантиметра, вес 61 килограмм 200 граммов. Она чемпионка Монголии по кикбоксингу и тайскому боксу. Представляет спортивный клуб «Вонти» из Улан-Батора. Монголы, встречайте! Бурча! Давай! Ее соперница в красном углу клетки. Ей 23 года. Профессиональный рекорд 1 бой, в котором она одержала победу. Ее рост 174 сантиметра, вес 61 килограмм 200 граммов. Она кандидат в мастерство по самбо, чемпионка Сибирского федерального округа по самбо, призер чемпионата Азии по бразильскому джиу-джитсу, бронзовая призерка чемпионата мира по ММА. Представляет спортивный клуб «Островский 13 из Читы». Встречайте, Татьяна Чулкина! Инструктаж от рефери в клетке Никиты Мицера. Эти профессионалы, правила знаете, пожали руки. Желаю удачи вам. Мне кажется, лучше на сегодняшний день. Но давайте посмотрим. Начинает тот джаб с лоу-киков, сразу два. Есть, попадает! Отличный правый кросс от Татьяны. Еще раз, дела! И сразу тейкдаун. Девушки решили сразу без догоди, подготовки, не беги, не беги, без разведки, сразу перешли к активным действиям. Зайдет правый, да, правый и, кстати, зайдет, Таня, не хватай! Правый обе показали нормальные действия от пальцев. Еще раз, перевод, защита. Джав идет в атаку, зажимает Татьяну клетки. Да-да, показалось, что Татьяна в стойке совсем не совсем правильно защищается, может быть. Давай, пойдет пяткой, себе, Танюша. Руку об... Вот так. Вот сейчас уже Татьяна прижимает Куриджав к клетке. Бедро! Как думаете, будет бедро пытаться переводить? Я думаю, да, сейчас будет пытаться. Нет, все-таки она не взяла на руку. Не было плотного контроля, поэтому тяжело ей было осуществить перевод. Руки, ноги не лови, не надо. Правый. Сейчас мы видим, Татьяна занимает центр клетки. Кого? Давай, бей сама. Танюш, ну что, ждешь-то? Еще поздно. Один лоу-кик. Татьяна попыталась ответить, но немного не успела. Молодец, в принципе, хорошая тактика для Куриджав. Сейчас можно ей, знаешь что, Танюш? Покидать лоу-кики, отключить немного ноги. Прижимай, стеночку. Прижимай клетки. Как мы видим, Татьяна занимается. Татьяна занимает центр ринга и очень собрано находится в стойке. Делай! То есть руки у нее на не месте. Не надо, не замахивайся! Таня! А сейчас мы видим, Куриджав занимает середину. Давайте, навязывайте. Есть, попал! Бедро! Так, бедро, Танюша! Вот она идет! На бедро! Роняй! Все, да, отличный перевод от Татьяны. Таня, теперь! Очень техничная подсечка. А Куриджав старается завязать. Не дать работать Татьяне. Сейчас не будет долго активности, нет, все-таки Татьяна выходит на контроль спины. Опять же, очень серьезные добивания, заправляют ноги, отключает одну руку. Куриджав пытается скинуть, но у Татьяны достаточно низко был таз. Влад, вы видите, что там происходит? Да, Татьяна сейчас пытается выполнить удушающий со спины. У нее хорошо заправлены ноги, но насколько плотно взят замок, сложно сказать, да? Да. Но во всяком случае, Татьяна в очень выигрышной позиции, да, может наносить удары. И, в принципе, я думаю, что если Куриджав ничего не предпримет, нужно будет останавливать данный бой. Да, все-таки сейчас Татьяна выходит на решающий прием. Да, отлично. Очень хороший плотный замок от Татьяны.
отличный удушающий прием, поздравляю. Я награждаю на концов, редко приглашается. Очень отличный бой получился, да, девушки вышли. Без разведки начали сразу, приняли активные действия, активный бой. И показали, да, достаточно за короткий промежуток времени. Я думаю, мне очень понравился этот поединок, как вам, Влад? У девушек очень такой нрав, не любят они откладывать дело. На поздние раунды вышли, сразу показали все свои заготовки. Да, все-таки Татьяна немного была лучше в борьбе. Ну да, наверное, она очень-очень хорошая борьба у Татьяны, да? Дамы и господа, время остановки боя 2 минута 56 секунда первого раунда. В этом бою удушающим приемом победу одержал боец из красного угла Татьяна!